руководитель штаба по всей гуманитарной помощи. Вот, поэтому, собственно, это вам. Вот. Спасибо. Свечей чуть позже дам. Давайте вы как бы зайдете, девчонкам покажете все, да, расскажете. Да, расскажете, какие продукты нужны, что вы хотите. Ну, это кухня наша. У вас тут шикарная кухня. И посуда, да, и печки, все. Они полностью все сохранили. Видите, они как вот тут баррикадировали, что никакие. Нет, такого нет. Ну, окна это поправимо. Вот окна-то мы сделаем. Вот, тепловой контур установим. Ну, там два зала, это где могут люди питаться.